за него мячики никто не будет ловить. В воротах только он. Сегодня пересмотрел ваше интервью казанскому «Рубину», и вы там сказали, что еще вам иногда там снились сны, как вы стоите в воротах, то есть перчатки бросили в сумку и думаете, еще может быть, как-то еще тянет. Сейчас уже все? Нет, сейчас уже все. У меня как-то, знаете, читал раньше интервью, да, там, не убили там игрока в себе, там, или вспоминаешь о футболе, там, снится футбол. Мне приснился футбол единственный раз, вот я на Новый год был дома у родителей, вот там мне один единственный раз за год он мне приснился, и то почему-то я играл за Баварию, и там, в общем, мечты, которые я не реализовал, они все восполнились в этом сне. Так что вот единственный раз. Тогда вы еще сказали, что как тренер вы пока полный ноль, потому что еще нет опыта, вы только окунаетесь в профессию. Вот, прошло почти год, то есть у вас уже есть какой-то бэкграунд. 0,1, наверное, да. Да, ну, я благодарен, во-первых, смене, что Ильясу Маратовичу, что он меня пригласил консультировать, там, тренировать ребят, как я вижу, да, у нас великолепный тренерский штаб, у нас великолепные условия Ильяс Маратович создает, так что очень, как сказать, своевременно. Свои какие-то идеи реализовать, как сказать, на кошках потренироваться, на ребятах, да? Так что спасибо ребятам, что откликаются с открытой душой, с желанием учиться, да? Они это все воспринимают. У нас сегодня игра очень важная с Нефисом в 7:30, так что за выход в пульку финальную нам нужна только одна победа. И надеюсь, что ребята сумеют реализовать то, что они умеют, и то, что мы тренировали. Извините, отмотаем пленку немножко назад, все-таки начинали вы не со смены, С Красава, да, ну, Красава, да, она как было, так и прошло, так что этот момент я не люблю вспоминать, но была история, но, к сожалению, она быстро закончилась. Сергей, один такой вопрос, да. Все, что показали в сериале, это правда? В сериале, во-первых, я не смотрел сериал, во-первых, не знаю, что там показали, но... Знаете как, это с его стороны. Я там был, мне там нечего смотреть, я все это знаю, что там как происходило, я знаю, что как там было и как. Он показал так, пускай людям интересно, пускай смотрят. Он знает, как это на самом деле было, да? Я знаю, как это на самом деле было. Так что и пусть останется между нами. Вот уж я тоже скажу один раз. Конечно. Показали там, вы себя проявили в высшей степени, на самом деле, очень даже по-мужски. Было так, как будто ты... Представитель тренерского штаба поймали на небольшом нарушении режима, и Евгений Савин сказал вам: Сергей, тебе претензий нет, если хочешь, я готов тебя оставить, но штаб убираю. И вы сказали: нет, я вместе. Знаете, как самое интересное было? У нас вечеринка была, да? Не вечеринка, а командный ужин. Да. Мы решили с тренерским штабом. Это все оплачивал все тренерский штаб, никакого отношения это президент не имеет. Пожарить шашлыки, заключительная тренировка. Жарим шашлыки, футбол, Лига чемпионов, да, и на следующий день мы должны были объявлять результаты, кто едет с нами на первый сбой, да, первый сбор. И так получилось, что папа мой привез бутылочку наливки. Ну, они, ребят, ну, я не выпиваю с недавнего времени, да, я говорю: ребят, есть время расслабиться спокойно, Женя, Евгений Савин с нами был, он тоже не выпивал. Видеооператоры были, там Престаше наш был, да, ребята за столами сидели, ну вот они эту 0,5 или 0,7, они на четверых выпили, там желали здоровья, Женя улыбался, смеялся. Когда они это сняли, я этого не знаю, но сам факт того, что он просил остаться меня, доктора и генерального директора, который был, Валерий Анатольевич Матяш, да, и почему-то они участвовали в этом, он их оставляет. А мою тренерскую бригаду, которую я позвал, которые мои соратники, да, ну я, правда, и доктора звал, да, он их убирает, знаете, понимаете, это как история с Душком. Я думаю, что решение это было принято, было избавиться от них раньше, но не ждали подвоха, да, ну. После этого отношения у вас как-то остались рабочими? Нет, все, для меня до 6 февраля не было Жени. Так и после 1 июля, 1 июня его и не стало. Так что. Ну ладно. Ничего меня не связывает. Ну, зато я провел первый профессиональный сбор, да, с командой, с ребятами, которым хотелось дать жизнь в будущее, в футбол. Да. Ну, так получилось. Вот очень много говорят опять-таки.